Поехали! Знаете, когда старый еврей умирает, уже лежит на смертном одре. Тут внук забегает в комнату. Фимочка, внучок, иди до дедушки. Тот подбегает, что такое дедушка? Ой, до дедушки запах рыбки жареной дошел. Там бабушка, наверное, рыбку на кухне жарит. Попроси для дедушки у бабушки кусочек рыбки. Фимочка раз убежал. Возвращается. Ну что, внучек, ты принес дедушке рыбку? Нет. А почему? Бабушка сказала, это да потом. А еще один, ну вот извините, но замечательный анекдот. Знаете, есть мир, правда? И есть антимир, о котором мы слышали, знаем, кто знает. Что такое антимир? Там, ну, как бы все наоборот. Там, ну, рыбки, они летают. Птицы, они плавают. А вот на заборе хуем мел нацарапан.